А происходит со мной вот что. Один мне Богом дан насильно, второго я взяла сама. То были игрища ума в отчаянии непосильном, от первого освободиться срочно. Теперь же происходит вот что. Они приходят ко мне оба, и оба вроде бы любя. И эта видимость огня любви, той самой, что до гроба, меня ввергает в круг порочный. Но вера в их любовь подобна изубренным краям монеты, что долго терлась в кошельках и в многочисленных руках, проделав круг по белу свету, лишь для орлянки пригодна. Играя в русскую рулетку, вся в кураже и вся в угаре, безумно, как берсерк в бою, смеясь, стою я на краю, и мысль, отвергнув о провале, подкидываю вверх монетку, и происходит со мной вот что.